Якубко ставит корпус. Сошлись здесь два богатыря. Мяч остается у Пермяка. Еще один пенальти. Ну это просто удивительно. Это фантастика. Но это правда. Мы это видим собственными глазами. В четвертом подряд матче команд назначается два пенальти. И этот пенальти был. Колодина здесь элегантно так развернул Канунников. И на удар по ногам получил. И схватился Колодин за майку соперника. В общем, здесь что хочешь выбирай, зато и ставь пенальти. Выбор был богатейший у Алексея Матюнина. Конечно, он еще и желтой карточкой наградил центрального защитника «Волги», который, опять, что характерно, вообще не спорит. Значит, пенальти будет. Пеев может стать одним из лучших бомбардиров чемпионата. Гол! Ну каков же Георгий Пеев? Как же хладнокровно, умело, мастерски он реализует 11-метровый с короткого шага. А значит, он смотрит на голкипера. Он выбирает угол. Он действует по движениям вратаря, наблюдает за ним. Смотрите, голова поднята. Выбрал угол, послал туда мяч. Ну и на сей раз угол-то он поменял. Это наработка. Это называется трудиться человек.